Мне этот кусок трубы не нужен. Я просто хочу достать и показать, что же там где треснуло. Корнями его сильно зажало. Вот она, трещина. Вот так вот. Ну вот, видно на изломе коричневая, где была трещина. Сейчас посмотрим в ту дырочку. Интересно просто. Вот. Корнями-то его и придавило. План у меня такой, что подсоединиться вот к этой трубе, попробовать ее чуть нагреть, чтобы она загнулась вот сюда. Вот там туннель есть, и вот в тот туннель между корнем и между стенкой земли, там порядка 6-7 дюймов инчей. Вот. И вот нагреть эту трубу чуть-чуть, чтобы она туда загнулась. И дальше я попытаюсь использовать вот эту пластиковую трубу, которая, собственно, у них и была. Она у них валялась возле забора. Я-то купил медную, купил все переходники. Но поскольку я нашел пластиковую, то на две муфты посажу. И все. Вот такая обычная трубка туда встанет. Они одинакового диаметра. То есть, если вот это туда одевается, и это тоже туда плотненько вот входит. С трудом она там проходит. Когда обожмется на горячую, то вообще будет замечательно. Что да, можно снимать уже отсюда ленту и втыкать туда трубу. Воткнув до самого конца, я буду знать, сколько мне уже нужно будет. Вот так вот. Закручивать я пока не буду, потому что мне надо ее, может быть, шевелить туда-сюда.
включай. Вот сейчас будет включать, и мы послушаем, как шумит вода. Ну все, такая вот работка была. Ну интересно, не каждый день я землекопом работаю, не каждый. Но эту яму копал не я, это другой человек копал. Я только вот, как вы видите, немножко почистил там, где мне нужно. Она постоит пару дней, люди проконтролируют, что нигде ничего не течет, и будут закапывать. Я порекомендовал верхний слой между трубой снизу и сверху засыпать песком.